когда все хорошо, все хорошие. А вот когда плохо, тогда и становится ясно. И вот когда пришла беда, пандемия в нашу страну, пришла она в Подмосковье, в Ленинский городской округ, то очень много хороших, добрых людей проявились. В этот день студентам Московского регионального социально-экономического института никто не выговаривал за пропуск лекций или хвосты по сдаче зачетов. Высокие гости благодарили их за волонтерскую деятельность, которую ребята вели и в период пандемии, и не бросают сейчас. Мы до сих пор продолжаем соблюдать масочный рейд в аэропорту Домодедово уже на протяжении 8 месяцев, кстати. Также можем похвастаться, что участвуем на днях молодых избирателей. Институт сотрудничает с обществом инвалидов и другими организациями. Студенты принимали участие в благотворительных проектах «Твори добро», «Щедрая корзина» и многих других, оформляли добрую комнату в детской поликлинике города Видное. Вы все сами видели, что творится в мире. И то, что в нашей стране, в нашем Подмосковье не допустили той ситуации, которая во многих странах планеты, это ваша заслуга. Вас здесь сегодня десятки, по всему округу это сотни, по всему Подмосковью это тысячи. Сейчас ребята каждый день участвуют в контроле за соблюдением масочного режима в аэропорту Домодедово. И в этом их поддерживают и преподаватели, и члены семей. Всего в этих акциях участвует более 40 человек. Это все проходит вне колледжа, то есть после занятий. И родители, конечно, способствуют этому. Они рады. Каждый день это происходит, да, около 4 часов в день. Руководство Московского регионального социально-экономического института отмечает, что взаимопомощь и поддержка тех, кому это требуется, главные приоритеты в воспитательной работе учебного заведения. Если ты любишь детей, ты сможешь с ними выстроить отношения. Если нет, как можно работать, не любить детей, понимаете? Поэтому наши студенты, они замечательные, они идут всегда тебе навстречу. Нет такого студента, который тебе бы отказал в какой-то помощи. В этот день 7 работников института получили грамоты из рук депутата Московской областной думы Владимира Жука и 15 студентов благодарственные письма за свою благотворительную и волонтерскую деятельность. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.